Народ, привет, доброе утро. Доброе Не, ну утро, утро, честно, так себе. Наташа плохо спала, и у нее болит голова. Вообще, то есть человек таблетку выпил, еле поднялся. Ты карточку взяла? Да. Мы идем на завтрак, потому что остался уже час. Сейчас почти 9, завтрак до 10, кажется. Идем на завтрак, попытаемся поесть что-то. У меня тоже голова начинает болеть. Ну, как бы вы себя чувствовали в такой ситуации? Капец, короче. Как там? То состояние, когда не пил, не курил, да. А на лице как пил и курил, да? Короче, народ, ну сейчас, может, покушаем с вами, покажем завтрак. Надеюсь, у Наташи голова попустится, а у меня не разболит. Вот. Всегда, в общем, пейте две таблетки. Наташа одну выпила ночью, не помогло. Да, ну ты советчица. Начинаем наш прекрасный день. Нам нужно ехать. Кто это сказал? Это наверх. Мы какой-то. Мы вообще никуда не едем. Оно пикает, пикает. Вот это, Наташа этот звук мешал спать. У нас дверь возле лифта. Ну как возле лифта? Ничего себе возле лифта. Ну вот. Это вот возле пипиш-то видно. Было слышно? У нас, извините. Ну да, вот. 13-й, у нас 17-й. У нас 11-й. Уже как в 13-м тогда. Так, ну все, народ, поехали куда-то кушать. Тормози. Все, завтрак прямо рядом с рецепцией. А, ну все. Я думала, тут рыбки плавают. Ты думала, что здесь прозрачное стекло? Рыбки, да. А, рыбки плавают. Всё, вот такой большой завтрак. А помните, у нас был завтрак в Мариотте? А, на том зарегистрироваться надо. А, карточка. Господи, где моя карточка? Сейчас. Беспокоюсь, где карточка? Сейчас, народ, покушаем, я надеюсь. Ну, здорово, девочка вроде про камеру ничего не сказала. Нет, я ей показала номер на карточке. О, ну вот всякие плюшечки вкусные. Тут с собой можно взять. Круассаны здесь должны быть вкусные. А это не вот такие японские штучки, которые мы ели в мангровых растениях. Вот дивись, это медик можно наливать, дивись, это джем. Ага, сейчас я покажу вам вот так вот отдаленно. Да, медик, джем. Без сахара, абрикосовый джем. Абрикосовый джем, мед и клубничный. Прикольно, ой, булочки всякие, багетики. Ну идем дальше. Смотри, как они напихали. А, это лавашики. Идем посмотрим, что еще есть. О, Наташ, пооткрываешь чуть-чуть нам, чтобы мы посмотрели, что есть на завтраке в Абу-Даби. Ну, плохо видно, яичница. Дальше, что бобы, у нас здесь? Кис. Бобы. Это, по-моему, вкусная такая подливочка нормально, была да. В Джеда в отеле. Икон, рис. Нормально вообще. Интересно, наши друзья все поднялись или нет? Ну, девочка мне покажет. Сосиски. Яйца. Лок, что еще? Локал. Кетч-фрикетс. Грибочки, сухие. О, картошка. Картошку я вот такую бы съела. Что-то картошки хочется. И помидоры. Кофе нормальное есть. О, а тут индийское. Ух ты. А ну, Наташ, давай посмотрим, что это. Ну, это тоже. Вот это вкусные лепешки. О. Это тоже эту подливочку, по-моему, в Джеда в отеле в Дубае любили есть. Ой, вкусно было. И тоже что-то бобы типа, да? Ох, ну давай посмотрим салатики какие есть. Ну, знаете, неплохо, довольно-таки. Хотел сказать, особенно все это бесплатно, но мы заплатили своим здоровьем. Уже и голова болит, и все, что хочешь, болит уже. Всякие дыньки, арбузики, ананасики, йогурт, семечки, еще йогурт, молоко даже есть. Классно. No problem. Good morning. Ukraine. Я from Ukraine. Thank you. Blessings, many blessings. Thank you, thank you. Смотрите, молочко не хватило, чтобы так. Да, слушай, молоко, класс. А целом там рыбка, два вида сырка. Да, интересно, слушай. Камончик, нарезочка. Так, а что, и все, да? То есть мы можем брать, идти кушать, да, Наташа? А, соки еще есть. Соки и водичка. Ну, слушайте, народ, вот так. Водичку не нужно взять, да, теперь? Слушай, можем полтора литра с собой взять? Может, люди на улице сидят? А на улице уже очень жарко. Кстати, я подмерзла в номере, такой номер холодный. Представляете, в июле мы спали под одеялами. Ну, что это такое вообще? Не, на улицу не пойдем. Можно и здесь. Да, можно присесть, как это сказать, как мы раньше говорили, поближе к корыцу, да? Все, народ, сейчас покажем, что мы взяли, наш выбор. По-моему, по глазам видно, что какие-то мы приболевшие, заболевшие. Ну, ничего страшного. Будем прорываться, надеюсь, домой долетим. Все будет нормально.
Ну вот, смотрите, нашли прекрасный столик, и никому не мешаем, и снимать можно, надеюсь. Вот, это мой выбор, немножечко фасоли. В такой подливке прикольная сосиска, яичница, две картошки, потом такая колбаска говяжья и кусок багета. Сок, кстати, фреш, вкусный, это Наташин выбор. У нее еще рис, потом какая-то макрелька, ну, рыба копченая, булочка, бекон и... Как они называются, забыла эти маленькие штучки, пишите в комментах. Ну, забыла. Сейчас Наташа спрошу. Ну, рис, сосиска у меня тоже такой есть. Как эти маленькие штучки называются, Наташа? Каперс. Каперс, точно. Вот. Тут много наших уже помогли женщине с Wi-Fi. Там надо было просто пароль ввести и все. И, ну, не пароль, фамилию, имя и e-mail. Но Наташа голова все еще болит. Короче, сейчас будем садиться, кушать. Вот. А потом, может, на сладенькое возьмем что-то. Наташа, попробуешь, вкусно или нет? Наташа такой какой-то. Ой, ты какой. А вот салат, кстати, можно тоже его покушать. Наташа в ауте. Нереально. Давай я попробую. Да? Давай. Держи. Что там пробовать? Что там пробовать? Сало и от сала, да? Вилки у меня нету, дай мне, пожалуйста, вилку. Спасибо. Так, будем пробовать что-то вкусное. Давайте картошку и сосиску. Класс. Хотелось картошки реально. А рис? А рис ты не взяла? Хотел. Потом, может, индийской еды пойдем возьмем. Посмотрим. В принципе, ничего особенного, да? Так, ну... Рыбница уже холодная. О, кроме макрели и цешутся. Я макрели не хочу пробовать, это рыба. А она копченая. Это вкусное. Ой, такие бинсики, они такие мягкие. Вот такая подливка вкусная. Мы любим ее в Дубае вот кушать. Приехать, знаете ли, в Дубай и покушать. И сосиски. Фасоль. Нормальные сосиски или такси? Ну, можно есть, скажем так, не фонтан, но одну я съем, а так сосиска здесь в Каталях не очень. Вот, потом покажем сладкое еще кофе. Ну, вот болейте за нас, переживайте, пишите комменты, ставьте лайки, потому что, надеюсь, до Лоны доберемся. А что нам эти женщины рассказали, говорят, они тоже целую ночь там соседи у них занимались кексом, да? Да, у соседей был кекс. Я говорю, что же меня не позвали, я тоже не спала целую ночь, хоть зашли бы посмотрели. Так, у меня даже плохо уберу эти прекрасные растения. Ну что, все? Теперь можно и мне покушать. Переключаемся и начинаем кушать. Смотрите, сходила за сладким, вот 4 круассана обычных, наверное, возьмем с собой, в кулечек. Кулечек уже приготовлен. Взяла себе кексик, и вот такой не называют, это даниш с абрикосом, хрустяшка такая. Хотела взять кофе, но там такая очередь, не знаю, сейчас надо еще за кофем отстаивать очередь. В общем, вот так все покушали, все вкусно, я еще дополнительную порцию этой взяла фасоли. Прекрасно. А, йогурт с собой возьму еще, перед выездом съем йогурт. Вот, класс. Так что сейчас главное взять кофе и, надеюсь, день наладится. Поверить не могу, никого в кофе нету. Так. Это добавочки всякие. О, Наташа, это и есть твоя корица. В прошлый раз ты хотела, не было. Так, а где здесь чашечки? Здесь. Так, я хочу эспрессо. Еспресо? Да, мне эспрессо и в стаканчик я хочу. А латте. Як его, воно буде литись? Ну, як так, ти думаєш? Що нам здесь? Давай. Я что-то боюсь всего. А ты не бойся. Сейчас мы боимся, мы с вами отходим. Куда там оно будет литься, непонятно. Попадет, не попадет. Вот скажи. А, смотрите, оттуда покапало, так что с эспрессо-то? Слушай, ну же мне отсюда. О, нормально будет. Тут чётенько поставила. Дикие люди. Так, а теперь я хочу с собой в номер. Взять. Ты потом возьмешь. Да потом, знаешь, какая очередь будет? Ты стоял и человек 15, я говорю. Нет, ну смотри. А закрыть все. Можно? Что закрыть? О, вот, кстати, еще смотри, только здесь перегородили. Там реально уже весь зал полный. Ты тоже эспрессо, да, сначала? Что ты хочешь? Empty. Empty контейнер. Переставляй вот сюда хочет? Вот. Переставляй. Пустой контейнер. Эспрессо, да? Я хочу нажать. Ладно, нажми. А, спасибо, мужик.
Спасибо. Только руками не надо трогать, я буду пройти. Не, ну нормально, реально. Зараз ты хочешь брать? Ну я не знаю, как. А что ждать просто? Ну давай, шо. Так, теперь мне надо какую-то чашку взять, чтобы никто еще руками не потрогал. О, с двумя стаканами возьмем. Вот и как я теперь должна поставить? Поднять надо. Ну, так я хочу, что будем кафе латте, кафе латте. Ух ты, как мы с Наташей кофе готовим сегодня с вами. Как голова-то получше? Я как в дурмане таком. Валит. Ну, уже не важно. А тебе с собой что? Нет, ну куда? В зубы. Ну я отключусь и могу нести. Ну ладно, как хочешь. Может, что-то и низкого. Давай. Ох, ну я, наверное, мне хватит кексика и лучка всякого и вот этого. Лучка и чили, точно, кофейку. Все? Дан? Я дан. Все, спасибо. Ну вот такой клуб. Thank you. Слушай, а ты видишь, ты какие-то, это что? Вода горячая. Контролирует 80 градусов. Это горячую ага. Воду, вода. А то вода 80. Ну, прекрасно. Вот смотри, прям стоит перчик чили. И лучок с кофейком-то, ну, смотрите. Это называется утопам. Вот эти лепешечки, это утопам. Ну, ну не влазят уже, они же как маленькая пицца. Пицца. У меня уже утопам не влазит. А лучок сняла, да? Лучок и чили. Да, конечно. Суприца навернуть, а? Эх, потом как пробудиться-то сильно. Ну, можно еще дыньку, арбузик, мне что-то не хочется пока. Мне нравится, оно некрасиво, конечно, уже завяло, но уже главное подальше. Прикольно сделали, да. Я хочу еще. Вот к этому мы еще вернемся. Дыня, арбузик, ананасик, самое оно. Йогуртик я уже взяла. Все, и вот такой небольшой зал здесь, кстати. Зал небольшой, сейчас покажу вам отсюда. Вот. И все, как бы, а те два зала там и там что закрыты, не пускают. Наверное, уже просто люди убирают уже конец завтрака. Даша пошла, наверное, еще за сладостями. Я пью кофеек. Вкусный, горький, мне нравится такой эспрессо. Шикарно сначала выпить эспрессо на завтрак, а потом добить это все латте. Булочки вкусные, вот мои булочки. Вкусные, свежие. Хотел сказать, что все хорошо, но на самом деле, конечно, застрять в Абу-Даби, вместо были там в Кракове, потом выезда домой, не все хорошо. Наташечка. Это вкусная пирожка, я уж поела. А? Ну не пирожка, а булочка. Не, хватит. Да мы вставали, нам уж здесь убрали все так быстренько. Да, девочка вообще да. О, хотя не, она мои приборы положила. Я думала, она новые положила. Ну, как прибрала тарелочки, нормально, молодцы. Молодец. Так что, друзья мои, с эспрессо вас. И с добрым днем, с добрым утром. Очень классный, горький. Такой, какой нужен, крепкий. Просто у меня аж голова чуть лучше стала. Ты такой не любишь. Бери мой, бери латте. Наташ, бери латте, если новый. Наташ, бери латте. Наташ. Какое у Наталочки настроение сегодня, да? Ну, друзья мои, решила добавить этому дню немножко свежести. Взяла себе вкусный ананас, арбузик и дыньку. Вот. Наташа говорит, вкусно, рекомендует. Дынька самая вкусная. Ну, главное, дальше, чтобы голова прошла, чтобы мы выехали, вылетели и долетели до Кракова. Не напоминать. Не напоминать, да? Что? Тоже желаю вам вкусности. Булочки мы уже все в кулечке, йогурт тоже. Кофеек на выход готов. Даша не выпила еще моего? Не выпила, все нормально. Не пила, она да? Наташа говорит, что эспрессо, конечно, дикое эспрессо, дико горький. Это я всегда такой эспрессо. Народ, кстати, напишите, что вы любите в кофе. Я люблю реально эспрессо. А когда покайфовать, нужно такое латте или капучино. Ну вот эспрессо или американо просто... Просто класс. Делают вас уже не сонными. Сейчас возьму латте и туда перенесу. Ну бери мой латте, я новый сделаю. Не? А, свой пойдешь делаешь. Ну все.
все, народ. Желаю вам всего классного. Дальше будем сообщать по прибытии в аэропорт. По прибытии, надеюсь, Краков, вы с нами. Вам спасибо. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока.